Миш, скажи, пожалуйста, чего больше было в первом периоде в твоем личном, вот когда ты сделал хит-трик, твоего профессионализма личного, либо все-таки это командная игра? Ну, командная игра, она помогает и помогла забить мне 3 шайбы, но индивидуальные качества тоже помогают завершить момент и забить гол. Ощущается ли игроками команды «Саровинвест» поддержка саровчан даже на выезде? Да, конечно, поддерживают близкие, приезжают девушки, жены, и так, ну, обычные болельщики тоже видно, орут, болеют, поддерживают команду, чтобы выигрывал даже не в своих дверях дома. Скажи, пожалуйста, разница игра дома с «Арзамасом» и здесь, есть для вас какая-то разница для хоккеистов или нет? Что-то улучшило команда из «Арзамаса»? Ну, конечно, свой лед, он помогает, свои стены, грубо говоря. Сюда приезжаешь, совсем все по-другому, и команда другая, гостевая, настраивается по-другому совсем, потому что дома у них болельщики свои. Тяжелее играть намного в гостях, чем дома.